Сколько килограммов денег спрятал бразильский чиновник? Какое послание НАСА отправило инопланетянам? И почему французским моделям пора немедленно бросать диеты? Об этом не только в нашем обзоре. Тонны денег, купюры в коробках и чемоданах обнаружили в квартире соратника президента Бразилии Виейры Лимы. В отношении него открыли дело об отмывании денег. Навскидку, в тайнике Лимы больше 20 миллионов реалов. Это около 7 миллионов долларов. Деньги все еще продолжают считать, но это уже самая крупная сумма наличных, конфискованная за всю историю Бразилии. 53 метра над землей. 14 человек на обзорной башне в Англии подняли вверх и не смогли спустить на землю. Захватывающим видом туристам пришлось любоваться намного дольше запланированного. Больше 7 часов. Инженеры не вызывали спасателей. Надеялись сами разобраться с механизмом. Пожарные приехали с самой длинной лестницей, но этого оказалось недостаточно. Людей пришлось доставать через потолок с помощью вертолета. Срочно поправляться. Слишком худые модели остались без работы в столице моды. Десятки французских брендов, среди которых Givenchy, Christian Dior и Gucci, отказываются от сотрудничества с моделями с чересчур низким весом. Так дома высокой моды борются с пропагандой анорексии и соблюдают новый закон, согласно которому каждая модель при приеме на работу должна показать справку от врача. Послание инопланетянам. В космос отправили текст «Мы предлагаем дружбу среди звезд. Вы не одиноки». Эти слова с помощью радиоантенны передали на зонд Voyager-1. Так отпраздновали 40-летие со дня его запуска. Аппарат сейчас за пределами Солнечной системы. На его борту золотая пластинка для жителей других планет, где указан путь к Земле, а также записана музыка и видео. Частичка Парижа в сердце Объединенных Арабских Эмиратов. Первый в мире филиал Лувра откроет в Абу-Даби. Правда, с опозданием на 5 лет. Этот амбициозный проект сотрудничества Запада и Востока не раз сталкивался с финансовыми и организационными трудностями, но дата открытия уже назначена – 11 ноября. Половину из 700 экспонатов одолжили французские музеи. Лувр поделился картинами Леонардо да Винчи и Винсента ван Гога. За самыми необычными вафлями в Японию. Там сумеют удивить невероятными сочетаниями. Предложат вафли со вкусом лекарства от кашля, алкогольного напитка саке и даже японского хрена васаби. Предлагают около 300 видов этих хрустящих сладостей. Особой популярностью они пользуются у туристов.